have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Продолжаем мучение Айзека. Будет что-то, не будет? А там у нас так и было заперто? Ха. Утришн систем. И туда типа никак по-другому не проникнуть, кроме как через эту дверь. Это немножко странно. Это опять бэктрекинг какой-то будет, потом лютый, да? Ладно, открывайте. Ну, в принципе, ладно. Сколько я при этом потратил патронов? Сколько одна мина стоит? 25 одна мина стоит. Но с другой стороны, она гарантированно убивает утырка. Чем я сколько в него патронов там выпущу, и он останется живой. В общем, вы понимаете. А нам вниз. Два патрона осталось. Давайте я их, наверное, дотрачу, чтобы потом оружие поменять. Туда. Wall control. До свидания. Это было рассчитано на то, что я вернусь, и эта штука меня тут встретит. Из них тоже патроны вылазят, хорошо. Что-то там бурчит, урчит. Там внизу упадет мне на выход, хорошо. О, у меня по пути сейчас будет бенч, я тогда зайду, наверное. Уровень 3 у меня до сих пор нифига не доступен. Потрачу тогда. А на что я его потрачу? Давайте посмотрим. Как раз вот этот... Куда я там шел? В Assault Rifle, да? Давайте мы ему Fire Rate сразу же вкачаем. Посмотрим, как он будет. У меня как раз одна обойма на нем осталась. Одна. Посмотрим, как оно пойдет на нем. Беги, пожалуйста. Я тащу этот баллон, потому что это практически гарантированное одно убийство чего-то. Сохраняемся. Чем я буду убивать эту штуку, я пока что не знаю. Значит, как такового у меня нет ничего. Патроны вообще никакие нигде. Трэм Стейшн, выход закрыт. Теперь мне туда. С одной обоймой винтовочных патронов. Там ничего внизу нету. Ладно, нету так нету.
Так, airlock control. There's no time. I'm going in. Maybe I can cut it loose. The Leviathan has a 10 kiloton mass. Do you really need me to tell you this is a bad idea? Well, I'm all out of good ideas, so guess what's left? Ясно. Катапультируйте Левиафана. Я тебя спасу. Так а как тогда? Как тогда от него уворачиваться? У меня патроны нафиг заканчиваются. Да что ты? Да иди ты нафиг, блин, я пытаюсь выудить себе патрошек. Как ты себе это представляешь? У тебя последняя щупальца осталось. Да я ж тебя поймал, блин, говнатый кусок. Да иди ты нафиг! Придется без пушек как-то. Это работает крайне криво. Да иди ты!
близко, она меня не подпускает, она меня убьет сейчас просто. У меня последняя жизнь осталась. Ну, типа, она меня сейчас реально убьет. Ну, отлично, оно запускает три штуки. Да? Да? Как, извините? Как, извините, я его прикончу? Это что за нафиг? О, офигенная просто идея. Без аптечек, без... Так. Давайте готовиться, с какими пушками мы к нему пойдем. Огнемет тут полностью, чуть больше, чем полностью не годится. Пилы тут тоже не годятся. Так, это заряжено, тут два патрона. Знаете что, возможно, давайте вместо швабры я возьму... да, я возьму катер. Надо сразу пособирать припасы, которые можно... Ну, примерно так, потому что... Во время боя это все будет сделать нереально. Баллон потратил зря. Притащил к себе лут, да. Но баллон потратил зря. Сколько у меня теперь получается? А, так, вот этого неплохо. Две обоймы из винтовки. Три аптечки. Слушайте. Ну ладно. Теперь с этим можно жить. Да, так можно жить.
Да я не успеваю схватить эту фигню. Да ну я ж прям... Игра, знаешь что? Я прямо в нее стреляю. И куда это все пошло? Я тебя понял. Отойди ж ты от него! Все? Да, насобирал патронов, всех тут же потратил. Экстерминатор. Так, воздух у меня не идет? Вроде не идет. Ну, короче, да, если вот так вот его до этого полутать, то, в принципе, дают все необходимое. Но все равно, босс максимально кривой. Он, в принципе, да, не сложный, если в него есть чем стрелять. Так, это я все выстрелил. Это печально. Ну, в общем, смотрите, Резак оказался самым полезным. Катер. Это, кстати, его тентакли за мной тогда по базе гонялись, что я их отстреливал. Наверное, да, кстати. And if I meet Jacob, tell him I'll find him. Угроза. Скажи, я найду его. Так, а что мне по пилам? 6. Это немного. 6 и 6? Или, ну-ка, погоди. 5 у меня вместо катера. Нет, в принципе, 6. Трэм-стейшн. Так. Продать нам есть что или нет? Купить нам явно нечего. Продать можем кислородные баллоны, кстати. Ну, с другой стороны. Давайте я один продам, один оставлю. Чтобы у нас место хоть на патроны было, если мы вдруг их найдем. Не то, чтобы я верил, что мы их найдем. Давайте сохранимся. После победы над боссом лучше все-таки сохраняться. Денежка, денежка. Мастер Оверрайдер. О, понятно.
О, 6 патрончиков хотя бы. Понятно. Я вообще-то на другой нажимал. Ну ладно. Лечиться мне нечем. Ну это в принципе не новость. Мы постоянно на low health ходим. Так. Она... Ой, давайте станцию открою-то. Это у нас что выходит? Где мы? Mining Engineering. А нам туда. Нам в гидропонику обратно. Это получается Mining Engineering, а нам нужно... В гидро... Которую пони. Тут на меня уже вылазили. Вижу. Вижу, спасибо. Но раз мы можем доехать на трамвайчике, я поеду на трамвайчике. Мне это пеше по коридорам ходить как-то... Тут очень недружелюбные коридоры. Монстры спавнятся просто постоянно. Просто постоянно. Но это, ну, это не фан, на самом деле. Это уже даже не то чтобы какое-то разнообразие, а вот и геймплей, а вот и пострелушки. Нет, ну просто уже достало. Куда мне, я не понял. Почему? Задание показывает, иди сюда, main objective здесь, в гидропонике. А когда я говорю, куда, мне говорят, на майнинг дек. Идите нафиг. Почему так-то? Именно в ту дверь надо, да? Хорошо, пойдем. Третий левел. The mining deck systems are running haywire. Great. Let me work on the elevators. Any idea where Temple's SOS beacon might be? I'll check the mining control room. The launch tubes there could send out a beacon easy. Anyone there? Hammond? Where are you? In the vents, hoping they don't hear me. Yeah, those things are everywhere. No, the unitologists. They're all here on the grid. They've lost it. One of them stabbed her friend in the head. He just stood there. He fucking smiled. They're going somewhere. Hammond! Shit. Lost the signal again. We gotta find that beacon, Isaac. Fast. Нод, конечно, нод. Ну, еще пилы дали. Одну потратил, две дали. Мастер оверрайд нужен. Спасибо. Офигенно. То есть, мне еще третий левел этого получается. И мастер оверрайд. Так, черт. Так. Мне туда. Тут есть... Что? Тут есть вот это. Тут есть вот это. Тут есть бенч, да, кстати, которым я вас использую. Сейчас я там еще чекну. И магазин есть. Какой? Третий, конечно же. Патрончики дают неплохо. Ну, плохо, конечно. Если дают патрончики, значит... Сейф, патроны, погодите, что здесь происходит? Я только что прошел большого босса, почему вдруг вот так? 4600. Нечего мне продать. Так, на этом у меня 11 патронов.
Давайте, может быть, раз мы... Что у нас по винтовке? Я могу еще раз ее в дэмэдж качнуть? Или мы можем все-таки в огнемет? Сейчас посмотрим. Просто раз уж винтовка у нас кем-то становится. В пульс райфл я могу пойти еще раз в дэмэдж. У нее 45 за патрон? Получится, я закину, будет 50 за патрон. А что он с огнеметом там? На него надо отдельно очень сильно копить. Хорошо, давайте мы тогда в винтовку закинем еще дэмэджа. 50 за патрон. Еще 3 дэмэджа, еще 3 апгрейда доступны. Получится 55, 60, 65. 65. И тут greatly increase ammunition capacity, при том, что я к нему дойду через еще один или два capacity. Оно сейчас 90, там, наверное, будет 100. В принципе, на capacity, смотрите, сколько апгрейда. Там можно будет в одной обойме с собой таскать 300 патронов. В принципе, меня, наверное, это устраивает. Сейчас посмотрим. У меня есть 8 пил. Луч я, кстати, не потратил. Хорошо. А куда мне надо? Launch tubes. Ну, поехали тогда, сохраняемся. На самом деле, ребятушки, я бы такое, чтобы тут закончить. Сейчас я вот это открою. Тут явно начало чего-то другого и большого, и чистого. Я еще себя, ну, хорошо, по крайней мере, сохранился. Я все сделал, все прокачал, все продал, купил, сохранился. Давайте, наверное, да. Ну, сколько, на пару минут эта серия будет короче, чем обычно. Это не проблема, я думаю. Босса мы шатали. Как уж получилось, так получилось. Вот, все, ребятушки. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.